Белорусские профсоюзы – огромная организация, объединяющая сотни тысяч людей разных профессий и социального статуса. Это организация, которая занимает активную позицию, представляя и отстаивая интересы работников перед нанимателями и властью. Зарплаты, цены в магазинах, пенсии, охрана труда – все это и не только входит в круг задач профсоюзных активистов. Как справляются брещане – хорошо, но, как всегда, хотелось бы лучше. Формат работы профсоюзов нашей области, наблюдая уже определенное время, это уже практически 2,5 года, можно мягко, можно широко, можно как бы на будущее. Я хотел бы принципиально менять вашу подвижность в своей работе, подходом, которые сегодня необходимость речи. Я не хочу сказать что-то плохого, система работает, она выстроена сегодня центральным аппаратом, и те требования, которые итоги, которые вы сегодня подводите на своем уровне, они весьма положительны. Но в то же время мне хотелось бы другого, так сказать, драйва в ваших отношениях, там, где вы работаете. Я хочу в первую очередь добиться вашего авторитета в своем коллективе, а в дальнейшем вашего авторитета на наших государственных, частных, промышленных предприятиях. Потому что вот мы говорим, да, когда глава государства ставит очень четкие задачи всем направлениям, всей горизонтали власти, вертикали. Вот так вот, как сегодня лучи ходят, солнечные. Все должны сегодня быть вместе. Я хотел бы, чтобы в области у нас вот это было сплетение, солнечное сплетение, самое крепкое, самое выразительное. Время не то, чтобы расслабляться или просто проходить мимо. И эти слова губернатора касаются всех профсоюзных лидеров. Активность и точечность в работе, расставление акцентов и умение подать себя в коллективе, поддержать обратившегося и помочь нуждающемуся. Это те факторы, которые создают мнение об организации. Профсоюзы априори народное объединение. На обрещении к лидерам организации доверие есть. Об этом свидетельствуют цифры. В области всего на 1 января 2023 года зарегистрировано 3444 профсоюзные организации. Численность профсоюзного членства составляет 436 352 человека. Положительная динамика роста численности членов профсоюзов по итогам 2022 года прослеживается в 8 отраслевых профсоюзах. Наибольшие в отраслевых профсоюзах работников государственных и других учреждений – плюс 2035 членов профсоюза. Но очень хотелось бы, чтобы в профсоюзы пришло как можно больше предприятий с частной формой собственности, чтобы люди, там работающие, также были защищены. Об этом в своем докладе говорил и Николай Шум, и другие выступающие. Центральным событием 4-го пленума Совета областного объединения профсоюзов стали выборы председателя. Им стал Александр Рогачук. Его кандидатура была единогласно поддержана. Для меня это очень серьезное направление дальнейшей самореализации. Другой вопрос, что надо его наполнить интересными, нестандартными, не фальшивыми какими-то мероприятиями, чтобы всем было интересно. И чтобы даже человек, который сомневается в необходимости профсоюзной организации в коллективе, понял, что профсоюз – это фактор сплочения коллектива, это фактор защиты его трудовых и других прав. И я постараюсь принести в это профсоюзное движение Брещины вот такой какой-то особый почерк авторитетности, нужность, необходимости работы, многогранной работы, которую делает наш профсоюзный актив. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.